всем привет. И я думала, что бывает такое только в кино, и когда я видела это в кино, я такая, не верю, что такое может быть, и вот я здесь, и свадьба, и премьера, так удивительно. И спасибо. Знаете, я вот... Я всю жизнь хотела выйти замуж, создать свою семью, но как-то не получалось, мне было очень страшно. Вот, а когда Алексей меня, ну, предложил мне работать, вот, я согласилась, и я очень переживала, что эти события совпадут, вот, ну, по времени. А так получилось, что премьера сейчас, а ЗАГС у меня в 3, и я понимаю, что я все успеваю, и это... Я думаю, что... Я, знаете, вот думаю, что когда делаешь какое-то... хорошее дело, правильное, значит, у тебя все должно складываться. Вот, я очень счастлива оказаться здесь, и мне кажется, что этот сериал как-то мне поможет не бояться и вот опуститься в тот путь этой семьи. Вот, но я вам расскажу, что там за этим замужем, за этой семьей. Вот, спасибо большое. Давайте отдельно поблагодарим нашим маленьким звездам. Давайте. Два слова сказал еще наш замечательный артист, наши родители. Идите сюда, ребята, скажите два слова, потому что ребята прожили небольшую семейную жизнь большой семьей. Да, то есть давайте два слова скажите, свои пожелания, ощущения всем зрителям. Что, опять я первая? Ну, конечно, давай. Вы поймете, на самом деле, кто у нас главный в семье, поэтому я сразу дам намек на это. Нет, я очень радостно и приятно находиться сегодня здесь, в таком красивом месте, в моем любимом кинотеатре города Москвы. Но я еще не видела материал, я немножко нервничаю, мне интересно, что получилось, но исходя из того, что как мы себя чувствовали, как мы работали в Торжке, какая у нас была атмосфера, и какая дружеская была команда, и какие ребята в кадре, и кто был за кадром, это было очень приятно и весело, и как-то очень по-доброму. Я надеюсь, что все это отразилось на экране. Ну, будем играть. Хорошего просмотра! Все, мы заканчиваем. Спасибо всем огромное, что собрались. Не судите нас строго. Приятного вам просмотра. Мы покажем вам 2 серии. Они не займут много времени. Надеюсь, они как бы зарядят той энергией, тем настроением, которым мы его зарядили сами. Спасибо, приятного просмотра.